Помню, папа еще молодой, помню выезд, какие-то сборы, извозчик лихой, завитой, конь, пролетка и кнут и рессоры. Помню, мама еще молода, улыбается нашим соседям, и мы едем не знамо куда, а куда-то зачем-то мы едем. Москва высока и светла, суматоха охотного ряда, а потом купола, купола, и мы едем куда-то. А потом купола, купола, и мы едем куда-то. Цокает кованый конь, а булыжник в каком-то проезде куполов угасает огонь, зажигаются свечи созвездий. Папа молод и мать молода, конь горячий, пролетка крылата, и мы едем незнамо куда, а все мы едем куда-то. Москва высока и светла, суматоха охотного ряда, а потом купола, купола, и мы едем куда-то. А потом купола, купола, и мы едем куда-то. А в Москве потопный трамвай, где прицепом старинная конка, а над Екатерининским грай все впечаталось в память ребенка. А Москва высока и светла, суматоха и охотного ряда, а потом купола, купола, и мы едем куда-то. А потом купола, купола, и мы едем куда-то. Игорь Лыньков, Анатолий Калмыков сегодня у нас в гостях, а также мне очень приятно представить главного архитектора города Москвы Александра Викторовича Кузьмина. И тоже должен сказать, что Александр Викторович здесь не случайный человек, он время от времени посещает наш клуб, концерты авторской песни. Я думаю, что это только тогда, когда позволяет вам это сделать расписание. Сразу вопрос, вот Толя, кто ты по образованию? По образованию инженер-механик, я закончил МВТУ имени Баумана. Ну и сейчас у тебя музыкально-издательский такой вот... Сейчас, да, я возглавляю музыкально-издательский центр «Моспром МО», который издает бардов, и нас в том числе. Бардов прежде всего. А Игорь полиграфический... Нет, я закончил авиационный. Авиационный институт. А каким образом ты вдруг стал работать в издательских этих крупных комплексах? Ну, так получилось просто. Наступил момент, когда мне стало неинтересно работать. Как раз наступила перестройка. Скажите, пожалуйста, Александр Ильич, а вообще жанр авторской песни для вас чем притягателен? Вот почему вы иногда бываете на этих концертах? Ну, вы знаете, в общем-то, я, наверное, люблю авторскую песню еще с тех времен, когда она так не называлась. То есть практически по жизни меня всегда сопровождало самодеятельное искусство личностей. И вот это, наверное, меня и привлекает в авторской песне. Она заставляет думать, она дает возможность, как ни странно, хорошо отдохнуть. То есть когда, например, я хочу отдохнуть, или даже когда, например, рисую, я ставлю диск или Вероники Долиной, или Егорова, или Кима,
и спокойно, совершенно начинали работать или что-то придумывать. Не знаю, ну, за некоторые вещи я просто благодарен авторам. Но, наверное, если бы не было бы Вероники Долиной, я никогда бы не узнал, что у мужчины есть недостатки. Она как-то изящно это умеет поставить нас на свое место, что я как-то стал по-другому относиться к женщинам. Я надеюсь, только Александр Викторович, все-таки у вас архитектурное образование. Да, что кончил, так и все, уже много лет. Но слава богу, только бард вот таким образом развлекается. Ну что ж, мы узнали... Что он был, если бы Александр Викторович сказал, что он консерваторию закончил. Да. А что, наверное, и такое бывает. Ну, наверное. Вот о некоторых ваших ипостасях мы узнали, а теперь мы еще услышим о самой главной, о той, за которую вас любят, знают и ходят на ваше выступление. Пожалуйста, тогда спойте. Поем. Незаконченное лето, в неизбывный давний край, Васильковое безлюдье. Нас увез больной трамвай, он искрил на поворотах, он шатался и скрипел, а в его разбитой кассе соловей весенний пел. Соловей весенний пел над его обшивкой драной, вились пчелы и шмели, на его сиденьях грязных розы майские цвели. А когда он бросил рельсы и пошел через луга, возле губ моих зарделась твоя теплая щека. Твоя теплая щека в бело-розовом тумане растворились этажи, и призывно зазвенели колокольчики воржи. Он увез меня случайно в незабытые года. Разломайте эти рельсы, оборвите провода. Понимаю, принимаю, пробиваю странный мир сумасшедшего трамвая, сумасшедший пассажир, сумасшедшего трамвая, сумасшедший пассажир. Вы живете, не любя, так пеняйте же на себя. Они не специально поют такие городские песни, Александр Викторович. Они такие вот городские ребята, как я понимаю. Они даже не знали, что вы будете в гостях в этой передаче. Скажите, а чьи песни вы обычно поете? Стихи нам пишет Сережа Щенников, а музыку нам пишет Анатолий Калмыков. У нас много песен, да, на стихи Сергея Щенникова, хотя и много песен на стихи других поэтов. Сами вы сочиняете тексты для песен? Я писал стихи, когда мне было 13 лет, послал их в журнал «Пионер». Ну-ка, ну-ка. Мне прислали оттуда сначала такую, ну, полиграфическим способом сделанную отписку. «Дорогой друг, пиши еще». Я настойчиво еще один туда послал стих. Мне прислал уже литературный консультант. «Дорогой Анатолий, в общем, работаете над собой». С тех пор не пишу. Александр Викторович, скажите, пожалуйста, а вы сами поете вот что-нибудь, может быть, даже сочиняете тайно? Нет, я не пою. К сожалению, у меня не все в порядке со слухом. Вообще-то я слышу, но не больше того. А как вы считаете, вот поговорка «архитектура – это застывшая музыка», это вот вы как архитектор, как творец, чувствуете? Как говорят, у любой монеты две стороны. Вот вы почему-то говорите, что архитектура – это застывшая музыка. Так. Мне больше нравится, что музыка – это отмороженная архитектура. Ну, вы знаете, да, тоже красиво. Ну, раз уж мы говорим о песнях, тогда послушаем еще что-то. Пожалуйста. Пожалуйста.
дороги друга сна в ночи. Сожги мозолями ладони, к утратам сердце приучи. Доколе длится время злое, да буду хмур и не мучь. Дай задохнуться в диком зное, веселой заметью замучь, веселой заметью замучь. И отдели от подлых, и дай мне горечи в любви, и в час назначенный на подвиг прощенного благослови. Не поскупись на холод ссылок и мрак отринутых страстей, но дай исполнить все, что в силах, и душу по миру рассеять, и душу по миру рассеять. Заклятие с меня и защити мою щетину от неразумного огня, от неразумного огня. Не подари мне легкой доли. Скажите, пожалуйста, Александр Ильич, а у вас вот как в вашей жизни? Вы с юности знали, что вы будете главным архитектором города Москвы? Скажите честно. Ну, если честно, я просто даже не знал, что я буду архитектором. Потому что, как правило, в архитектуре очень много, как это называлось, рабочих династий. А я из семьи военного, и где-то про существование архитектурного института, наверное, узнал где-то в классе 9. Просто рисовал всегда. А когда узнал, пошел, понравилось. И вот после этого однолюб, не только работаю в одной профессии, но и в одном здании уже 27 лет. Я вообще считаю себя счастливым человеком, потому что ведь многим людям приходится заводить себе хобби. А мне за мое хобби деньги платят. По крайней мере, для очень многих авторов песен хобби и работа прекрасно сочетаются. И вот ребята ездят с гастролями, наверное, получают за это какие-то, так сказать, деньги. Если не деньги, то какое-то большое моральное удовлетворение. Скажите, что вы делали в Чечне? Вот каким образом вас туда занесло? Мы там, так сказать, благотворительно. Ну, в общем, бесплатно. Ну, просто это по велению души мы туда поехали. И даже больше запомнился не сам концерт, который был, а потом, когда мы практически всю ночь еще сидели просто вот в таком же более узком кругу, там около казармы, пели песни. И, это было еще важнее, чем сам официальный концерт. Да. Хорошо, что мы сейчас поем? Песню. 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 А, Костя, а может быть, вы нам подыграете? Да запросто. Thank you.
мое деревце, зелень до слепоты на твое сердце делится, посередине ты. Ветер твое наречие, дождик твоя родня, кем ты, растаяв вечером, станешь в начале дня. Вольно безвольной ласточкой, ракушкой на песке, самой больной и ласковой жилкой в моем виске, лодкой ли с острым носиком. Постарею мостиком с этого света на тот. Небо в глазах размоется, вспыхнет до высоты на твою жизнь разломится. Посередине ты, и над речной осокою сердце, как конь, храпит. Мостик такой особенный, плачет, а не скрипит. Ясное мое деревце, зелень до слепоты на твое сердце делится, посередине ты. Ну и, конечно, мы традиционно спрашиваем всегда о ваших музыкальных вкусах, о том, кто для вас является кумиром и что в ближайшее время вы собираетесь делать в творческом плане. Такие простые вопросы. Ну, это не простые вопросы, на самом деле. Кумиров у меня, например, нет. И у меня, да, нет кумиров. Кого уважаешь, с тем и общаешься. Любишь, да. Это вот наши коллеги по цеху, ну, братья Мещуки, Леня Сергеев, Константин Тарасов, Галя Хомчик. Сейчас, ну, люди забудешь. Да, кто-то вот обидится. Но я думаю, что не обидится. Да. Люди, все которые сидят у экранов и записывают. Так, раз, два. И порядок еще. Собираетесь ли вы какую-то сделать пластинку? Ну, есть такая идея. Мы сейчас весной буквально переиздали свой диск, добавили туда еще новые песни. И назвали его, такое у него очень скромное название, оно называется «Есть хорошие песни». О, как? Тот диск, который мы сегодня хотим подарить Александру Викторовичу. Да, поскольку Александр Викторович уже сказал, что вот он включает некоторых авторов, да, когда принимает особенно ответственные решения, будем надеяться, что теперь он будет включать, да, вот именно как, ваш. Как да, диск. И проследим за теми результатами, да, да, которые будут потом в Москве появляться. Да, а если говорить вот о результатах, такая есть тема. Как вы думаете, если бы появился театр авторской песни, вот на манер театра эстрады или на манер Большого театра, вот, было бы это лучше для жанра или хуже? Мне кажется, не дай бог. Потому что, вы знаете, вы на авторскую песню смотрите с одной стороны, как исполнители. А я считаю, что слово «авторская песня» — это идет от тех, кто слушает. И не дай бог, если все это превратится в
какие-то массовые явления. Вы знаете, вы иногда все вместе собираетесь в больших помещениях. Вот я там никогда не бываю. Я вот предпочитаю гнездо глухаря. И вот если глухарь сделает много гнезд, когда люди могут собираться на конкретного автора, и авторы полюбили какие-то места, мне кажется, это будет самое лучшее. Не всегда большое – это синоним хорошему. Ну что ж, спасибо вам большое, Александр Викторович, за участие в нашей передаче. Спасибо вам, ребята. А мы прощаемся с вами. Всего доброго. Шабдуба, 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 все выпадает снег. И тает, тает, тает. Зачем я слово дал деревьям и весне, что первая копель меня другим застанет, и что зеленый шум появится во мне холодный ясный час. Горит зари полоска, зачем я пил вино и плакал и шумел, я вовсе не хотел такого отголоска, такой тоски в себе. Я вовсе не хотел шабдуба, 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 шабдуба. Я сетовал на снег, я проклинал погоду, я повторял слова пустые горячо, но как я мог винить любимую природу в том, что душа болит и совесть жжет еще холодный ясный час. Горит зари полоска, зачем я пил вино и плакал и шумел, я вовсе не хотел такого отголоска, такой тоски в себе. Я вовсе не хотел шабдуба, 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 шабдуба. Все вовремя живет, ничто не пропадает, никто не виноват, а между тем в окне все выпадает снег, тает, 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 как будто слово дал деревьям и весне холодный ясный час. Горит зари полоска, зачем я пил вино и плакал и шумел, я вовсе не хотел такого отголоска, такой тоски в себе. Я вовсе не хотел шабдуба, шабдуба,